Здравствуйте, фея. Откуда вы взялись? Лёля, не лукавьте. Вы же видели меня в зале, даже строили мне глазки. В зале, да, но сюда посторонний вход запрещен. Давно у вас эти серьги? Серьги? Мне 5 или 6. Откуда они? Получила в подарок. Так, придется представиться. Вот так номер. Ну и что вам нужно? Выяснить, кто подарил эти сережки. Один знакомый. Фамилия, имя, год занятий. Фамилия не знаю, место работы тоже. Я здесь за сегодняшнее утро много чего узнал о вас от разных людей. Только хорошее. Вот поэтому пошел, так сказать, без околичности напрямик. И вдруг вы... И вдруг я вру? Нет, ну, скажем так, уклоняетесь. Так, поскольку вы не видели меня в моем коронном наряде... О! Лёля! Сногсшибательно. Кстати, Лёлечка, можно вопросик? Да. Откуда у Лялечки эти сережки? От одного замечательного дядьки, с которым я ее все время сватаю. Вон что, значит, еще потенциальный жених? Да никакой не жених. Лёлька болтает попусту. Ляля, 2 недели назад серьги были украдены из одной квартиры среди прочих ценных вещей. Что? Ну, знаете, вам придется придумать что-нибудь поостроумнее, товарищ инспектор. Ля... Серьги ворованы. Может быть, они идут вам и более, чем своей хозяйке, но ведь это дело не меняет. Вы еще способны шутить? Даже если бы я его не знала. Но поверить, что он лазает по чужим квартирам, достаточно взглянуть. Вот. Я тебя прошу, предоставьте мне такую возможность. Взглянуть. Ну нет. Человек занят на секретной работе. Он крупная фигура. У него своих забот хватает. Хорошо. Хорошо. Спросите у него сами. Ляля. Спросите сами у него. Где и у кого приобретены? Мне пора на выход. Чего вы так грустно задумались? А Ляли нам женихи. Неужели не запомнили ни одного дорожного указателя? Ну, не знаю, большой интерес в названии деревень. И вообще все это не мое дело. Надеюсь, я могу переодеться? Переодеться можно. Ляля. Серьги я пока заберу. А я не отдам. Ляля. Почему я с первого слова должна поверить, что они те самые? Не одни же такие на свете. Докажите. Хорошо. Через несколько дней вернется хозяйка из Ленинграда. Мы проведем опознание. Уверена, что это Федины проделки. Носи сережки ему назло и плюнь. Но все равно осталось какое-то мерзкое ощущение. Нет, и в милиции ничего не знают, нет. Нет, и в скорой помощи тоже. Товарищ полковник,
Дежурный по городу Дайков. Извини, что разбудил. При проходе баржи в районе Южного порта обнаружен труп мужчины. Опергрупп уже на месте, прокуратура тоже. Я почему счел нужно проинформировать? Среди документов наша стандартная повестка к следователю. Нет, фамилию не прочли, размокла. А фамилия погибшего – Бах. Ясно, выслай за вами машину. Здравствуйте, Вадим Саныч. Здравствуйте, Павел Павлович. Вероятно, с добрым утром было бы неуместно. Когда вы в последний раз допрашивали Баха? 3 дня назад, а вчера он был вызван и не явился. Что с ним? Вы не краснодевица, поэтому без предисловий. Сегодня на рассвете Баха выловили из Москва-реки. Убийство? Нет. Есть предсмертное письмо. Лежал тут с вечера. Себе заехал сразу после министерства. Все равно было бы поздно. Прокурор, принявший дело о самоубийстве, сейчас в морге на вскрытии. Порядке служебного расследования пока просил вас отобрать письменное объяснение. Вот письмо. Надеюсь, Павел Павлович, излишне вам говорить, что я этому письму не верю, так как не поверит в него любой знающий вас человек. Спасибо, Вадим Саныч, но... Что но? Наверное, я виноват. Наверное, так. Пусть по-другому, но какая разница, человек погиб... Старайтесь более связанно, если можно, без скороспелых эмоций. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность вашего заявления. Да, Вадим Саныч. Содержание допроса, сколько продолжался, чем отличался от прежних? Это была единственная встреча. Разговор длился около получаса. Бах все отрицал, но малоубедительно. Очень нервничал. Теперь задним числом я понимаю, вероятно, находился на пределе. Вглядись я тогда повнимательнее. Да проснись ты наконец, у нас ЧП. Ну, с работы, разумеется, я дежурила эту ночь. Нет, рассказывать некогда. Ты приезжай скорее. Пожалуйста, Шурик. Вадим Александрович, Кибрит. Заключение готово. Кому сдать дело о свалке? Мне. Вам? Предпочитаю в такой ситуации тряхнуть стариной. Разрешите? Да. Здравствуй, Павел. Да, Зина, здравствуй. Никаких дописок, почисток? Нет. Только почерк не твердый. Морг, скажите, прокурор еще у вас? Дайте ему, пожалуйста, трубочку. Товарищ прокурор, объяснение Знаменского у меня на столе. Экспертиза провели, письмо написано Бахом. Хорошо, он будет ждать в моем кабинете. Скопин, машину к подъезду.
Сидите здесь, прокурор скоро будет. Извольте собраться. Угораздило тебя дежурить. А зато я здесь. Есть с кем поговорить. Если честно, говорить не хочется. Ну что же, помолчим вместе. Ну какая все-таки подлость, а? Ну как он мог? Уж о ком, о ком. Ну о тебе. Обо мне он не думал, что я для него. Абстракция. Пустое место рядом с его детьми, женой. А я обязан был подумать. Обязан был спасти человека от него самого. Не возводи на себя напраслин. Ну, посмотри на все трезво. Бах решился на это спустя сутки, даже больше после допроса. Ну, это же не мгновенный порыв отчаяния. Ну, если бы и сразу, а то... Ты подумай, подумай. Ну, за это время могли возникнуть какие-то новые обстоятельства, измениться ситуация, что-то добавилось и толкнуло. Давай, правда, помолчим. Мария Григорьевна Бах. Да, это я. Вадим Александрович Скопин, разрешите войти? Да. Прошу вас, пожалуйста. Благодарю вас. Ну? Ну, говорите же. Присядьте, Мария Григорьевна, вы еле держитесь на ногах. Не надо меня утешать, я ко всему готова. Раз Паша вбил себе в голову, его с этой мысли не скоро сдвинешь. Но ведь он и прокурору скажет. Уже, наверное, сказал. Представь, человек сам признает себя виновным. Ну, Зина. А прокурор его впервые видит. Ты уж тут нафантазировала. Не верю я, что Павел Павлович мог проглядеть человека, готового на самоубийство. Это сейчас ему так кажется. Согласен. Я минут 5 посидел на допросе. Бах вел себя довольно агрессивно. Тогда почему Павел себя винит? У Паши обостренное чувство ответственности. Ему кажется, что попало под дурное настроение, он вел не так допрос. 35 часов после допроса. 35. Как Бах провел их перед смертью? Жаль, что мы в этом следствии ни при чем, прямо руки чешутся. А то, что его отстранили от работы, это означает недоверие? Да что, ни в коем случае, Маргарита Николаевна. Просто раз уж произошло такое, дело передают другому следователю. Закон. Чтобы никому не дать повод заявить о том, что следователь не объективен. Ой. Да, выпал ему денек. Ничего, мы его морально поддержим. А что, гитара в порядке? Струны на месте? Да, Саша, она на своем обычном месте. Посмотрите. Зиночка. Я слышала, вас можно поздравить. Спасибо, Маргарита Николаевна, но какие сегодня поздравления? Да, странная жизнь. А вы знаете, как я вышла замуж? Очень смешно. Он мне все носил цветы. И все говорил о ботанике. А я думаю, ну, подожду зимы, что-то будет зимой. И вдруг уже выпал снег, и он является с цветами, с хризантемами. И сразу же стал объяснять мне про какой-то особый поздний сорт. А я уже тут не выдержала и говорю ему: Павел Петрович,
А я замуж выхожу. Ой, побелел он, мой голубчик. Как эти самые хризантемы. Говорит, поздравляю вас. А за кого? А я говорю, за вас, дорогой мой. И не отвертитесь. Ой, удивительно был. Славный человек. Ого, тут-то вся моя родня набежала. Привет, Павел. Привет. Добрый вечер. Так, ну что ж, по крайней мере, избавлен от необходимости рассказывать матери. Доложили? Со всеми подробностями. Ты, наверное, голодный? У меня все готово. Голодный, злой. Извините, аристократическая привычка мыть руки перед ужином. Тучи-тучи. Да, есть момент. Все равно надо гнуть свою линию. Саш, садитесь. Спасибо. Павлик, присаживайтесь, Павел Павлович. Чувствую себя как дома. Спасибо. Кушайте на здоровье. Так. Ну что ж, кто первый начнет? У кого на руках козырной туз по части моего утешения? Не надо, Павлик. А что надо? Притворяться? Нет, пускай смотрит, каков есть Павел Павлович на поверку. Огрызается на друзей, которые пришли поддержать его в трудную минуту. Ругайся, Павел, ругайся на здоровье. Или даже лучше ешь картошечку. По-моему, она очень вкусная. А что тебя поддерживать? Чего тебя поддерживать? Действительно. Сам он какой-то здоровый, не упадешь. Вот-вот. Считается, что я шибко страдаю. А я посмотрел на себя в зеркало. Рожа во, как на рекламе. Повидло и джем полезны всем. Что, собрались просто так повеселиться? Не будете задавать каких-нибудь вопросов? Постараемся, Павел Павлович. Зря. Масса новых впечатлений. Павлик, а нельзя немножечко поменьше возбуждения? Вот-вот, мать, ты присматривай за мной. Своим профессиональным оком. Я немного не в себе. Ну? Вкуснота. Репертуар готов. Гитару настроил. Что прикажете? Не надо, Саша. Ну, ежели публика не желает... И что я должен с этими архивными томами? Прочесть, но вдуматься, решить, есть ли основания возобновлять дело. Разрешите? Да-да. Здравствуйте, Попович. Здравствуйте, Попович. Здравствуйте. Ну, выискал я эти болванки. Я могу быть свободным, товарищ полковник? Да, Попович. Что, ревнует к нам свое прежнее дело? Так что у нас с болванками? Значит так, никуда они их со свалки не увозили. Так. Закопали в дальнем углу ямба. Я пошептался с бульдозеристом. Так, он покажет, где закопал и обратно откопает. Отлично. Считаю, что плацдарм создан. Будем начинать наступление. Теперь главное. Что у нас по связям Воронцова? Значит так, со складом ясно. Но похоже, что через Воронцова снабжались сырьем кое-какие дельцы покрупнее. Засели в цехах ширпотреба и гонят левую продукцию. Областное управление уже на них нацелилось. Слушайте, Медведев, да вы просто молодец. Ну-ка, говорите, с кем мне там нужно связаться. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. С нами нет Баха. Это невозместимая утрата для следствия. Нет больше человека, который мог бы сказать, да, был сговор,
были хищения на складе. Поэтому, пожалуйста, держитесь на прежних рубежах. Знать не знаю ничего, ведать не ведаю, не помню, не участвовал, не принимал. Вот так. Вы свои показания все хорошо помните? Что вы, Евгений Евгеньевич? Раз забудешь. На всю жизнь забудешь. Ну, хорошо, хорошо, помню, помню. Но мы, ребят, мы должны готовиться все-таки к худшему. Если следователь окажется напористым, вот тогда мы должны, так сказать, занять вторую линию обороны. Это частичное признание. Зачем же, Евгений Евгеньевич? Ну, а что за разговорчики? Спокойно, тихо. Я подчеркиваю слово «частичное». Вы хищение отрицаете, а признаете мелкие служебные злоупотребления. И вот тогда происходит эдакое короткое замыкание. Бах, Моралев, склад. Ишь ты, расшумелец. Гриша, как подсобное звено. Мы с Федей, разумеется, в стороне. И что, значит, мы отдуваемся за вас? Да, в стороне-то, конечно, хорошо. Во, как получается. Так. Пошли у них тут разговоры да споры, кому и как сидеть. Дети мои, я ведь для вас стараюсь, только для вас. У меня лично давно заготовлен паспорт с запасной фамилией и очень уютный уголок в теплых краях. Знаете, так всего час лету. Самолетом и я там, здрасте. Все в порядке. Что, хотите без меня барахтаться, да? Вы их не слушайте, Евгений Евгеньевич. Сделают, как скажете, а ты, Гриша, заткнись. Ладно, заседание продолжается. Закороченный вариант. Ты познакомился с Бахом случайно. Ну, скажем, там подвозил его, так? По дороге Бах помянул, что ради чести цеха, ну, не всегда регистрирует брак, а иногда даже вывозит его на свалку. Вот. Ну, потом там несколько раз выпивали, все. Все. Ясно? Ну, ты как деловой парень взял на вооружение этот источник вторсырья и попросил Гришу... Евгений Евгеньевич, я на больничном. Это я все прекрасно помню. И просил Гришу сообщать тебе о поступлении болванок. Вот. И ты действительно до приезда Моралева присматривал за металлом, чтобы его не растащили. И иногда помогал грузчикам. Вот так все договорились. Чем тебя запугивали на последнем допросе? Что производственные отливки. Да. Ну и принимал прежде всех. Что это, мол, махинация. Ну, а я стоял на том, что случайно. А ты отступи на шаг, отступи. Скажи, действительно, я поддался, мол, уговорам Моралева. И за ничтожное вознаграждение, не знаю, за какой-то там трояк или пятерку, понимаешь? Вот. Ты, значит, пропускал там машины без очереди. А так как вокруг шумели, галдели, ты торопился и не всегда этот груз тщательно проверял. Ясно? Ясно. Ну вот, ребят, вот так, мои дорогие, вот вам дана железная схема. Раскаивайтесь, бейте себя в грудь, обещайте и клянитесь исправиться. Дадут вам немного, немного дадут, а то еще, может, условно. Дело раскрыто, и нечего копать. Ну вы, вопросы есть? Какие вопросы? Все понятно. А ну, по домам быстро. И не трепыхаться у меня. Быстро, Гриша, быстро. Что у тебя, Федя?
Там Валька на стрёме психует. Его тоже повезли, только в другой корпус. Не-не-не-не, вот это твои грязные делишки, понимаешь, я знать их не знаю, сам инструктируй. Что еще? Да немножко беспокоюсь, что колодцы велились. Слушай, а как же, Федя, надо жертвовать пешками, чтобы уцелел король. А насчет... умотнуть. Да брось, да брось. Пешки должны гибнуть с чувством благодарности. Я просто ничего не понимаю. Полковник на Петровке интересуется моей помойкой. Я, конечно, польщен, но мне даже во сне не могло присниться. Никогда? Вы напрасно иронизируете, товарищ полковник. Вот в прошлый раз я беседовал с очень симпатичным молодым человеком, фамилии я, к сожалению, не помню, и я ему просто все объяснил, все. Да, я прочел эти показания. Суть их проста. Хотя я заведую свалкой, но ни за что там происходящее ответственности не несу. Товарищ полковник, 36-й. Отлично, Медведев. Везите его сюда. Меня, как вы догадываетесь, интересует история с отливками. Да я искреннейшим образом хочу вам помочь, товарищ полковник. Просто искренне хочу, но ведь мусорный бак не способен выбросить и вышвырнуть обратно, что в него туда несут. Пожалуйста, ну привезите мне, я не знаю, вагон дырявых башмаков, прошлогодний снег девичьи грезы мне наносят. Приму, понимаете, приму, свалка. И что же вы сделаете с миноносцем? А что, неужели есть бросовый? Не надо, ради бога, знает, он займет слишком много мест. Да нет, я, в общем, вас прекрасно понимаю. Вы привыкли к порядку и, к сожалению, к бюрократизму. Вот, извините меня, пожалуйста, за это. Но... давайте на секундочку представим себе вот такую картину. Стоит шеренга эдаких мусороведов, и вот появляется очередная машина с хламом. И эти самые мусороведы начинают ее исследовать. Вот этот, говорят, столик без ножек сначала нужно показать в комиссионном магазине, потому что очень может быть, что он от графа Шереметьева. Хотя вот эти книги должен просмотреть букинист и дать эту самую справочку. Ну, это же абсурд. Поэтому снова возвращаясь к вопросу о заготовках. Было зафиксировано их количество и местонахождение. А через день ветром сдуло. Вот вы, товарищ полковник, смотрите на меня так, будто я их стащил и собираюсь отлить себе памятник из бронзы. Мне наплевать на бронзы многопудию. Это ничего, это мне нравится. Да, так куда же исчезла эта многопудия? Куда она так стремительно исчезла, Евгений Евгеньевич? Работники свалки знали, что металл промышленный, ими интересовалась милиция. Если он был так дорог вашему сердцу, надо было оцепление ставить. Оцепление? Да, зачем? Зачем? Пока болванки лежали смирно, они ничего не прибавляли к делу, а вот их стремительное бегство. Не знаю, возможно. Ну, я, конечно, не юрист, но вы меня извините, но мне вообще-то кажется, что вы расследуете некое иллюзорное преступление. Иллюзорное. Ну, я не знаю, там кто-то вывез свой брак, заготовитель увидел, что пропадает добро, и дал в переработку. Я просто не вижу мотива. Вот и все. Заготовитель оформил металл, как принятое население, и присвоил наличные деньги. Вот вам мотив. И преступление... кто-то просто выбросил, кто-то просто подобрал. В этой идиллии свалка это идеальный
передаточный пункт. Да, возможно. Я, конечно, спорить просто не берусь. Не хочу, да и не могу. Конечно, народ здесь есть всякий. Свалка – это отбросы общества в прямом и в переносном смысле. Как же вы находитесь среди этих отбросов общества, Евгений Евгеньевич? С вашими вкусами, с вашим философским складом ума? Должен вам сказать, товарищ полковник, что свалка философии не помех. Нет. Тем более, что рано или поздно все оказывается на помойке, начиная от подвенечного платья и кончая вот этим окурком. Моя судьба вам известна? Разумеется. Ну вот тогда, может быть, вы поймете, что я чувствую, скажем, при виде афиш, что я ощущаю. Вот так идешь по обрывкам затоптанных афиш, шагаешь, наступаешь на знакомые лица. Вот с этой я ведь учился. Наступаешь. Вот с этим мы гастроли вместе ездили. Наступаешь. А вот эти двое улыбаются из лужи. Когда-то работали вместе, причем вместе прославились, стали. И потом не поделили, кому какими буквами печатать. И все. В результате у одного инсульт, у другого инфаркт. И самое страшное, что мне не грустно, вот ни капельки, ни капелюшечки, мне просто смешно. Ведь сам когда-то напяливал фрак на себя, в упоении пел сквозь чугунные перила ножку дивную продень. А теперь я прекрасно понимаю, чего стоят вот эти самые чугунные перила. Даже за пустую пол-литровку гривенник дают. А вот эти самые премьеры, аплодисменты, на них цены нет даже, я не знаю, у старьевщиков в прескуранте. Евгений Евгеньевич, да. Вы зря бросили эстраду. Это же готовый, великолепный концертный номер. А простите меня, ведь нужно кое-что и для протокола. Как насчет Паршина и Чернышова? Нельзя. Нельзя, Евгений Евгеньевич, забывать старых друзей. Что имеется, собственно, в виду? Отбывая срок, вы близко познакомились с вышеупомянутыми гражданами. Вот имеется справка. Чернышов и Паршин, и другие были осуждены за то, что организовали подпольные цеха в системе промартирии и выпускали продукцию из неучтенного сырья. Ныне отбыли срок наказания и работает в цехах ширпотреба, перечисленных ниже подмосковных заводов. С кем из старых приятелей поддерживаете связь? Вот этот вопрос не имеет ни малейшего отношения к делу, по которому я вызван. И поэтому обсуждать его я решительно отказываюсь. С сожалением прерываю нашу встречу.
Но вам придется подождать, могут возникнуть и другие вопросы. Проводите Воронцова. Опять Скопин. Насчет Паршина и Чернышова. И, пожалуйста, побыстрее. Ба, Валентин, какая встреча? С Маленой? Он же майор Толин. Да ты не стесняйся, проходи, садись. Ну-с, Валя. Расстались мы с тобой, когда ты свел меня с Ферапонтиковым, а Ферапонтиков почуял неладное. Я обратился к Ферапонтикову, как к старшему товарищу, в надежде на то, что он мне подскажет линию поведения в данном деле. Зелен. Зелен ты, Валя, по бумажке заучивал. Зелен, а главное, ленив. Такому молодому и здоровому непростительно. Толин. Ляля? Рад слышать. Что случилось? Всегда к вашим услугам. Хорошо, позвоните мне снизу, вас встретят. Так вот, лень молодчика сгубила, Валюша. Помнишь, поленился сам запчасти везти, сунул мне адресок, а он оказался подмоченным. Да ты меня не... Вы меня не запугиваете. Ну вот, вот, уже хорошо. Перешел на вы, хороший симптом. И еще ты поленился, Валюша, 3 раза. 8-го, 17-го и 31-го. Вещи вещами, но ведь мусор тоже надо было вывезти из тех домов. Я понимаю, сделать дело хочется поскорее подальше, но ведь Валя мог же вернуться. А нашлись обидчивые люди, заметили, что помойка оказалась не в проворот заваленной. Да, Валюш, да. Всего не предусмотришь, я понимаю. Лень сгубила. Ну так что, Валь, поговорим по душам, а? Жалею твою молодость, могу дать ряд полезных советов. Вы, конечно, дадите. Валя, а с кем же тебе посоветоваться, мил друг? Я-то плохому не научу. Дело-то круто оборачивается. Это я говорю вам лично, как начальнику Баха. Это относится не только к вам. Многие грешат халатностью в цехе. Об этом будет подробный и крепкий разговор. Вадим Александрович, поймите, идет постоянная плавка. Учесть количество металлов в незавершенном производстве, это... Но надо остановить цех, остудить металл, взвесить. Это нереально. И поэтому действительно наша инвентаризация отчасти условна. Действительно и отчасти. Когда начинается, внедряется новое дело, всем интересно. Общий подъем, так сказать, не приходит в голову попутно щелкать на счет. Знаете что? Давайте не будем трудовым энтузиазмом прикрывать собственное разгильдяйство, которое позволило безнаказанно воровать. Чем занят? Да вот, пыль веков от хартии отряхнув, читаю третий день. В перерывах даю объяснение прокурору. Как ты? Послушай, Павел Павлович, я пришла сказать, что в протоколе осмотра трупа Баха есть одна деталь. Стоп, больше ни слова. Но ведь это может дать новый ключ ко всему. Есть прокурор, который ведет дело о самоубийстве. Верю в его объективность. И вообще верю в законность. Если перестану верить, как смогу работать дальше? Чего же с тобой трудно, Павел? Вы Знаменский? Да. Что вы хотите? Я жена Бориса Львовича Баха. Вдова.
Садитесь, пожалуйста. Все от меня что-то скрывают. Я сегодня была на заводе, и мне там назвали вашу фамилию. И мне сказали, что вы вели какое-то дело. Да. Какое? Молчите. Все молчат. Мне, жене, не дали в руки его предсмертное письмо. Мне только прочитали одну фразу. Передайте Маше, что я расстаюсь с жизнью на том самом мосту. И даже это только для того, чтобы узнать, который мост. Знаете, я каждый вечер хожу на Павелецкий мост и пытаюсь простить. Простите. Я сегодня пришла сюда за разрешением на похороны. И мне помогли найти вас. Кто? Извините, извините меня, нельзя ли мне наедине? Мне нужно знать, мне необходимо это знать. Он что, сделал что-то такое, от чего его могла спасти только смерть? Нет, конечно, нет. Другие живут. Но почему? Я не могу вам рассказать. Не имею права. Я больше не веду дело. В чем выражалось руководство Воронцова? Ну, в чем, в чем? Ну, начальник. Начальник. Но он наблюдает за привозом, дает конкретные указания по сортировке. А зачем его в грязь-то смотреть? Подпишет там что-нибудь в конторе. И дисциплину соблюдает, порядок. Без начальника нельзя. Да, без начальника нельзя. Скажите, в тот день, когда приезжала милиция, вы показывали двум шоферам, где грузить отливки? А они говорят, показывал? Они говорят, показывал. Не помню. Да? Не помню. Нездоров был. Чем болели? Ну, грипп в меня вошел. Эпидемия? Угу. Температура большая, товарищ генерал. Полковник. Да нет, товарищ полковник, я не знаю, что тут он у вас говорит, но этот день хорошо помню. Анекдоты рассказывал, грузчиков материл. Разве ты болел? Да. А Гусев утверждает, что был болен. Высокая температура, действовал как бы в бреду. В бреду? Угу. Ну, тогда, товарищ полковник, мы все как есть в бреду. Наверное, мне приснилось, что ты на автобазу прибегал. Ругался, что я в ГАИ правду сказал. Ну, видно уж, делать нечего. Знал я про эти болванки. Пишите.
Думал, в очной ставке испугаются. Все про вас расскажу. Прошу обращаться не друг к другу, а ко мне. Осточертела уже ихняя шарага, товарищ начальник. Глаза уже не смотрели. Глаза они у тебя от водки сроду не смотрели. Верно, пил с вами. Да. Да, пил с ними. Чего скрывать? И утром поднесут, и в обед нарочно разлагали. Отказались бы. Как откажется? Невозможно отказаться тоже. Скажите, кто предложил вам зарыть отливки? Да он же. Помню, битый час над душой стоял. Глубже, говорит, копай, глубже. Он помнит. Он помнит. Он свою маму родную закопал бы. Пьяный был в стельку, товарищ полковник. Пьяный был. Тебя на это надо проверить. Себя проверяй. Если бы не помнил, как бы я их назад откопал. Вот в этом-то и штука, Миша. Соображать надо. Откопал я их нынче. Посоветовали добрые люди, что к чему, я и откопал. Вот так, Валентин. Давай-ка вспомни. Вспомни, напрягись. Когда-то Воронцова на Волге возила, когда на мусоровозах по дворам шастал. Вспомни. И что оттуда вывозил? Занят? Зинуля, привет. Нет, как раз собирался делать антракт. Здесь молодому человеку надо кое-что вспомнить. Ты проходи, садись. Пошли, Валентин. У Павла Павловича вдова Баха. Ой, достается Паша. Да, ей, конечно, тяжело. Проводят вечера на Павелецком мосту. Шурик, я тут все думала, а вот сегодня, когда отправляла экспертизу в прокуратуру, меня вдруг стукнуло. Что же? Заявление Баха написано фломастером. Но ведь при нем обнаружены две исправных авторучки, шариковая и перьевая. А фломастера нет. Ну, обронил, забыл, выбросил. Не похоже, был очень аккуратен. Ну, даже черновик заявления не порвал, не бросил, а педантично положил в карман. Да. А потом я видела много бумаг Баха, подписанных его рукой. Он никогда не пользовался фломастером. Что, если этот фломастер чужой? Идея богатая. Королевская идея, Зинуль. Ну, шатко, шатко. Пойду к Скопину. Позвоню потом. Ладно. Королевская идея. Ах, ей бы какие-нибудь ноги этой идеи. Дорого обойдется вам эти жмурки, Моролёв. И, к сожалению, не только вам. Уговорили мать продать корову, чтобы оправдать перед нами свой Зим? Ее никто не уговаривал. Да откройте хоть один глаз, Моролев. Представьте, утром матери вручат повестку. К вечеру вся деревня будет судачить. Вызову ее на допрос. Она приедет, сядет вот так напротив. И что вы воображаете, что я спрошу у нее, она ответит, как научили, дело с концом? Есть, Моролёв, вопросы боковые, с подходом и с подвохом. Начну спрашивать. Сами вы нуждаете? Напомню, что она говорила, что ей соседи. Выдержит мать? Сильно сомневаюсь. Вызову новую хозяйку коровы. Она на очной ставке. Расскажет, как мать плакала, продавая буренку, обнимала ее. Хорошая была корова. Три ведра молока доили. Так вот, Моролёв, следствие не молоко.
Если улики бесспорные, сколько ни барахтайся, масла не собьешь. Не трогайте мать. Хватит с нее. По-моему, тоже хватит. Будем говорить до конца. Товарищ полковник, голова гудит. Подумать нужно. Сообразить. Ну что ж, соображайте. Только не дома, а у нас. Тех сережек у меня больше нет. Вот. Вот. Удружили. И у кого они теперь? Вам что, нужны адрес и фамилия? Ляля, если неизвестно, кто подарил, и неизвестно, кто взял, это ведь странно, вы не находите? Нахожу, потому и позвоним. Пропажа связана с вашим таинственным поклонником? Серьги у его, ну, я не знаю, как сказать, адъютант, и телохранитель, секретарь. Ну, словом, они всегда вместе, так полагается. Телохранитель и адъютант? А в чем суть события? А суть в том, что поклонник и адъютант неожиданно явились к концу работы, посадили нас в машину и повезли развлекаться. А дальше одна сережка упала мне на колени. Федя подхватил и говорит: ах, какая жалость. Я смотрю, а этой душке, ну, которая держит сережку, ее нет под корень. Федя говорит: есть ювелир. Можно починить, но нужна вторая серьга для образца. Ага. Федя-то адъютант? Ну да. Ну, и, ну, словом, получилось так, что я ему отдала. Ну, понимаете, Саша, можно? Можно, можно, можно. Понимаете, осталось такое омерзительное впечатление, что все это сделал Федя. Нарочно. Ну, что он так и собирался. Извините, понимаете? Можно тебя на минутку, да? Да, простите, Ляля. Что там? Твой подшефный просится на исповедь. Замечательно. Ах, черт, нечего спираваться. Леша, возьми его на себя, дай ему бумагу, карандаши, пусть кается письменно. Ну-с, так на чем мы остановились? Да, как же вел себя при этом ваш поклонник? Он очень расстроился. Да. Нет, он по-настоящему расстроился. Это его подарок, он решил, что это дурная примета. Да нет-нет, Евгений Евгеньевич тут ни при чем. Тут ни при чем. Да, конечно, это все Федя. Евгений Евгеньевич и Федя. Телохранитель и адъютант. Полный такой, пожилой. Барин. Ну, только сигары не хватает. Да. Воронцов. Я не знаю его фамилии. Воронцов. Ляля. Вы меня уморили. Это же Воронцов, телохранитель и адъютант, фигура государственного значения, секретный работник. Воронцов, Ляля. Вы что, знакомы с ним? Держитесь крепче за стул. Ваш Евгений Евгеньевич заведует городской свалкой. Чем? Владимир Александрович, эксперт Кибрид. Говорит, очень важно. Пусть войдет. Разрешите? Садитесь, Зинаида Яновна. Сейчас улучшу минутку. Значит, вы демобилизовались из армии по болезни? Да, товарищ полковник. Направили, дали этот склад вторсырья, заведуй. Ни порядка, ни дисциплины. А теперь это заварушка. Не заварушка, а следствие. Познакомьтесь с показаниями вашего сотрудника. У вас нюх на новости или сами хотели что-нибудь сообщить? Хотела, Вадим Александрович. Мне сказали, что у вас обрал, но вы ведь умеете делать 10 дел сразу. Напишите мне коротко, в нескольких словах, о чем речь. Ну как? Такого я не знал.
но кое-что знали. Между тем, по-видимому, имеется инструкция, регламентирующая вашу работу. И там содержится запрещение принимать явно промышленные отходы. Ну, давайте повернем этот вопрос в другую плоскость, товарищ полковник. Давайте. Ну, пойдем от здравого смысла. Ну, с чего я начал? Я им говорю, собирайте то, что у населения, а вы мне тут железные бочки, балки не приму. Так вы думаете, что они туда обратно везли? Отъезжали немножко и тут же сваливали. Смотрел, смотрел на эту картину, пропадает добро, травой стало зарастать. Устроил субботник, что волоком, что на ручных тележках прибрали. Цеха по переработке при складе, металл под пресс и назад в промышленность. Я считаю, по смыслу это государственно. Мы должны в первую голову о деле думать, а не о параграфе. Это же не воинский устав. Ну, верно или нет? Нет. Ну, так и чувствовал. Познакомьтесь. 2 часа тому назад прислали из прокуратуры. Нет, неверно. Неверно. Вам сдавали металл, как явно промышленные отходы, прямо из литейного цеха. И наличные деньги платили вы. Именно вы. А вы еще спрашиваете, верно или неверно. С вашим, в кавычках, государственным подходом вы потворствовали жуликам. Что это? Хозяйственность? По-моему, преступление. Ну что же я могу? Только одно. Вспоминать. Я буду задавать вам самые нелепые вопросы. Вы не удивляйтесь, просто у меня к этим людям особый интерес. Ну вот, и все. По окончанию следствия вы мне сообщите свои выводы как руководителя. Во всяком случае, мы увидимся. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Прямо нож острый отпускать от такого обаятельного руководителя. Придется выходить на него с другой стороны. Взволнованы? Еще бы, Вадим Александрович. Мысли разбегаются. Сейчас закончу, обсудим. Товарищ Медведев? Здесь. А там у нас еще Ферапонтиков остался? Да, товарищ полковник. Ну и что он? Читает протокол. Все еще читает. Начальство отвыкло работать, Зинаида Яновна. Каких-нибудь 10-15 допросов, извольте полюбоваться, устал. Ну, как вам восстановленный текст черновика? Конечно, всего одна фраза, но стиль. Да, если бы не почерк, я считал бы, что заявление черновик написано разными людьми. Да, чужие слова. А этот самодельный пакет, раз не оказалось под рукой конверта, марки, значит, решение пришло внезапно. Тогда откуда взялся клей? И куда он потом делся? А главное, склеено ровненько. В письме буквы шатаются, строчки наползают друг на друга, а пакет... Зинаида Яновна, вы, наверное, слово в слово помните письмо Баха. Как по-вашему, где оно могло быть написано? Но весь тон такой, что вот сейчас человек поставит последнюю точку и в воду. Правильно. Но конкретнее. Вот, смотрите. Слушайте. Несмотря на трудности при идентификации почерка, дальше в скобках, связанные с прерывистым характером линий, отражающим фактуру поверхности, на которой лежала бумага. Фактура поверхности. Шершавый камень. Я с первой минуты была уверена, что Бах писал тут же на парапете набережной. Так, давайте порассуждаем. Бах решил умереть. Пришел ночью на набережную. Начал писать заявление почему-то на блатном жаргоне. Раздумал, вспомнил. Нормальный язык. Аккуратно склеил пакет. Клей фломастер выбросил. Письмо сунул в карман. Пошел через... полгорода, район Комсомольской площади, искать почтовый ящик. Потом, как маньяк, вернулся обратно на набережную и умер. Вот отец.
Странно, Вадим Александрович. Сумбур. Я произнесу вслух то, что вы не рискуете. Рядом с Бахом ощущается чье-то присутствие, так? И стоит только допустить, что он был не один, и весь сумбур исчезнет. Этот некто, вот смотрите, одолжил ему фломастер, так? Видите волнистую царапину? Сначала пробовала со вторучком. Этот некто подсказывал, следователь шьет мне дело, лепит чернуху. И он уже потом, этот некто, склеил конверт и опустил его в ящик. Логично? Логично. Но совершенно бездоказательно. К сожалению, да. В вопросе самоубийства не может быть сомнений. Ситуация должна прочитываться однозначно. Если возникает вопрос, хотя бы вопрос, а был ли Бах один на один с рекой, тогда уже... Товарищ полковник, Ферапонтиков мудрит и требует вас. Раз требует, обязан подчиниться. Товарищ начальник, неправильный протокол. Чем же он неправильный? Не теми словами. Хошь так понимай, хошь на выворот. Вот, к примеру. В случае, если бы я знал. В случае. Разве я так говорил? Я говорил, как бы знал. Так каждому понятно, ничего я не знал. Случилось там, ничего не случилось. Вот еще. Ввиду приезда милиции. Я не видал, как она приехала. У меня в ту пору на работе не было. Ну что, против себя подписывать? Так и путают людей, так и путают. Вот что, мне нравится грамотный протокол. Не надо, берите чистые бланки и на все вопросы по вашему усмотрению. Значит, так. Сколько писать-то? И вам вроде как обидно, да? Да нет, ничего, ничего. Да ладно. Может, этот протокол сгодится, а? Тут понятно из него, что я ни при чем. Как понятно, Ферапонтиков. Все понятно. Ну что ж. Ладно. Каждой странице снизу. Угу. Разрешите. Старший инспектор Мура, майор Томин. Ну, кто ж таким фломастером серьезные бумаги подписывает? Взгляните. Да. Кончик так размозжен, как будто им скребли по камню. Извиняюсь, старенький. Действительно, не хуже. Разрешите авторучку? Пожалуйста. Ах, Федор Лукич, Федор Лукич, не пожалели вы меня тогда? Подкинули бы десяточки три за брошку. Сейчас были бы друзьями. Конечно, нехорошо быть злопамятным. Но что поделаешь. Вот Вадим Александрович, он человек справедливый, он нас рассудит. Да, все. Спасибо. Могу быть свободен?
Да нет, раз Александр Николаевич обижается, придется разобраться. Проводите товарища Ферапонтикова, пусть подождет. Все подписал, снова не выпускают. Так, похоже, что письмо Баха писалось под диктовку Ферапонтикова. Так и слышится его говорок. Так, а откуда эти показания? Случайно вспомнила одна девушка. Ни за что не соглашался ехать через Павелецкий мост, и шоферу пришлось дать большой крюк. Тут не может быть преувеличения. Нет, Вадим Александрович, нет. Если бы Ферапонтиков не заортачился всерьез, разве она бы запомнила? Разве девушки помнят маршрут? Да. Столько всего сходится на Ферапонтикове. Вадим Александрович, Шурик, неужели мы нашли? Пожалуй, нашли. Но кого? Того, который... Ответа пока нет. Ответить должен он сам. У меня Ферапонтиков фигурирует в деле о квартирных кражах. Как скупщик и организатор. Да? Да. Федор Лукич мастер на все руки. Федор Лукич стрельный воробушек, а? А ведь тоже сразу не подумаешь. Ну да. Его насквозь видно. Просто вор и все. Просто? А если поглубже копнуть, так ведь... Ого, кажется. Все про него написал? Что знает он, написал. А все знаешь? Насчет прошлого он особо не распространялся. Да не о прошлом речь, Валечка, не о прошлом, а о настоящем. Про Баха, небось, слыхал? А ты не жмись, не жмись. Разговоры-то все равно идут. Ну, раз у нас с тобой, так сказать, откровенно. Ну, слыхал, что он утопился. Утопился? От чего же? Нервы не выдержали. Нервы? А Федор Лукич тоже нервный? Да нет, ему все нипочем. Да? А чего же он тогда через Павелецкий мост ездить боится? Туман получается, Валюш. Почему туманно? А потому что Бах перед смертью не один был. А откуда вы знаете? Ты ведь тоже знаешь, Валя. Я ничего не говорил, я... Ты к чему клонишь? А ты сам думай, думай, Валя, соображай. К чему я клоню? Да нет, нет, не может быть. Немыслимо, чтоб такое, даже спятить можно. Валя, ежели я говорю, думай сам, значит, мне кое-что известно. Да нет, нет, ну ты видел Ферапонтику. Ну ты сам прикинь, смоленый. Да ладно, извиняйся. Ты мне лучше скажи, откуда ты знаешь, что Бах перед смертью был не один? Ой. Добрый день, Вадим Александрович. Здравствуйте, Медведев, здравствуйте. Заходил сейчас в КПЗ. Так. Мне кажется, Моралеву пора на допрос. Уверена? Ну, парня тянет выговориться. Ну что же, это можно только приветствовать. С удовольствием послушаю, что она расскажет о своем обаятельном руководителе. Твое счастье, Зинаида, не застал бы, убил бы. Интересно, как бы ты меня убил, если бы не застал? Между прочим, здравствуй. Между прочим, да. Кто сие писал? Господи, мне этот почерк уже во сне снится. Рука Баха. Тогда поздравь меня. Поздравляю. И себя тоже. Спасибо, но с чем? С двумя великолепнейшими фактами. Первый. Получены показания шофера, которые гласят. Во втором часу ночи, той самой ночи, он привез с Воронцовской дачи в Москву Баха и Ферапонтикова. И высадил их неподалеку от набережной. Бах был пьян. И все время что-то говорил, но ни слова о смерти. Ферапонтикова отрядили за ним присматривать. Шурик. После Шурик сколько восклицательных знаков? 3, 10, сколько беру хочешь. Беру 10. Факт второй. Это, как видишь, первоначальные документы на сберкнижку. Открыл ее год назад. Бах. Вклады делал Бах. А изъято на обыске у кого? У Ферапонтикова. У Ферапонтикова. Спокойненько держал под полом. Думал, раз на предъявителя, значит, все чисто. Что же? Цепь замкнулась? Для меня, да. Значит, ура. Ура.
Паша в отгулах? Угу. Тогда собирайся и к нему. А ты? Еду брать Федора Лукича. Ты убил его. Ты ведь вроде как и убил. А вроде как и нет. Но ты ведь чего интересно-то? Ведь Евгений Евгеньевич, ведь я же вначале-то его держал. Ей-богу, держал и отговаривал. А потом зашла мне в голову мысль про письмо. И про то, как вы. Помните? Что? Помните? Как говорили, что следователь-то вредный. Ладно, хватит тебе. Пойди проспись, чтобы я больше этого не слыхал. Все. Обижаете, Евгений Евгеньевич. Я ведь не ахинею несу, по чистой правде. Вам. Одному. На белом свете. А ведь он чего? То надумает, то раздумает. Уже заявление написал, уже прыгать пора он обратно на попятную. Жизнь, говорит, одна. А ведь такому человеку помочь-то сам Бог велел, а? Евгений Евгеньевич, помочь. Переживайте. Зря, Евгений Евгеньевич. Никто не видел. И на нем следов нету. Я ведь так тихонечко его под коленочки. И бух. А он внизу даже не бултыхался. Топориком так канул и тихо. И потом только через минуту так буль-буль-буль-буль-буль. Последний, значит, воздух. Ну, слушай, заткнешься или нет? Ну, что ты эту мразь меня, понимаешь, все время выворачиваешь? Зачем? Да, Евгений Евгеньевич, да что вы? Тихон, ты только не надо, не подходи, не надо так. Не надо. Вон как. Брезгуете? А? Ты что думал-то? Что ты думал-то, что ты вот все это мне расскажешь, да? И мы тут начнем смаковать все эти подробности, эти самые буль-буль, да? Брезгуете за место благодарности-то. А ради кого же я грех-то на душу принял? Ты врешь ты все это. Ты все врешь, ты ж себя тешил-то. Врешь. А кто вам? Столько лет верой и правдой. А вы форточки натвори. Финтюшкин принеси, Финтифлюшкин подай. Да все при людях, все на смешке. У меня дед на самотеке 3 дома имел. И у меня жизнь могла быть. Коту вашему блох выводил. Свернуть башку. И вся недолго. Коту. А я ему блохастому печеночки. А ну, ты, украшение помойки, а ну-ка пошел вон отсюда, слышь? Иди, иди, ты, горшок душистых прерий. Другой бы на моем месте
заложил бы всю вашу акционерную компанию вместе с Паршинами и с Чернышовыми. Федюша, родной ты мой, рука у тебя не подымется. Именем закона откройте. Цезарь, лежать. Можно? Зина, проходи. Что случилось? Очень многое. Но у меня в горле пересохло. Дай чаю или хоть воды. Сейчас мигом будет готов чайник. Цезарь, своих не трогать. Проходите. Ну что, Цезарь, славная морда, чай пить будешь, а? Сейчас будем пить чай, и я расскажу твоему хозяину, что он очень даже неплохой следователь. Да, еще ого-го, как поработает в жизни. И что ты, Пал Палыч, я и Шурик очень большие друзья. Сюда. Все будет хорошо, вот только со мной это какая полковник, полковник. Зря он назвал нехорошо, что назвал некоторые фамилии. А может предупредить? Когда бы надо предупредить, это было бы. Алло. Алло. Зоя Аркадьевна, Воронцов. Будьте добры, Чернышов, мне быстренько. Что? Что-что? А нет, не надо, не надо. Нет, все. Ревизоры из ОБХС. Из ОБХС. Пожалуйста, Вениамин Аркадьевич, да. Воронцов это. Куда? Слушай, тебя закурить не найдется? Не разговаривайте. Вперед. Да, Федя, да отсюда слышу, как стучат. Ничего, прощай, Федя. Прощай, Федя. А ты что, мурлык, все спишь, да? Так вот и за мной придут, а ты будешь спать. Нет, надо просто спокойно взять себя в руки и ждать. Спокойно ждать. И все. Мы так и сделаем. Будем спокойно ждать. Не будем. Уходит вечер.
все. Вот это конец. Нет, нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Конец, а? Откройте, милиция! Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемой порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой незримый бой наше чувство долга. И трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.